И мы по этой... Это самая простая вещь, но она такая основная. Лучше ее сделать в коллабе. Сейчас проверю, никто ли нет внешних еще. Вроде никто не подключается. Сейчас мы прогрузимся в коллабе. Кто такое Gemini? Сегодня будет короткая, по сути, обзорная часть, а непосредственно потом мы к этому вернемся. Мы возьмем одну из частей, сделаем до конца, и ну, одну из этих не всю. И по ней попробуем сделать потом проект. Самое главное, я сейчас покажу API-кей. Что такое? Это очень просто. Я открыл коллабину. Так. Проще делать, я надеюсь, вам экран виден, проще сделать через Google Collab. Вот это. Потому что там памяти много, и он быстро работает, и сразу там можно запускать. Не париться, ни о чем не думать, ни о каких там ограничениях. Погружается видео, потому что много людей. Если можно даже здесь скопировать его. Обязательно делаем копию, не прямо здесь лучше делать. Хотя если я прямо здесь, то можно. Я копию сделал. Именуем. Можно по имени, фамилии, как-то. Теперь по идее можно написать. Вот он наш коллаб. Просто у кого есть опыт с этими коллабами, Jupyter Notebook. Сейчас я скажу, что ли. Я вернулся. Принцип Google Collab точно такой же, как Jupyter Notebook. Мы прямо здесь запускаем. Вот этот первый этап – это запустить в целом библиотеки Google Generative AI. Библиотека что такое? Это просто кусочек программки, который позволяет использовать... Кто-то подключается. А вот два человека. Георгий. Угу. В принципе, кто только что подключился, Георгий и вот Кенджи, в записи тоже можете посмотреть, потом я вам скину. Мы зашли по этой лапке, запустили Google Collab, сделали копию, и сейчас просто идем последовательно. Мы сделаем только одну часть небольшую. Вот, мы запустили, скачали библиотеку Generative AI, нажав вот первый этап, просто я нажал play. Затем запускаем так называемые packages. Package – это просто кусочки кода, которые там применяются, чтобы нам потом правильно использовать этот API. И еще вот это, чтобы хранить наш API-key. Что такое API-key? Это вот самой Gemini, по сути, ваш как ID. Его лучше никому не шерить, если хотя он не особо там какой-то коэффициент. У меня есть уже API-ки, я сейчас просто его скопирую. Если у вас нету, он генерируется, просто create API-ки. Он появится. Вот сюда нажмете create, он вас сделает. Но у меня уже я так нажимал, у меня он есть. Все, я просто скопирую.
ставлю. Я его ставлю вот в эту кусочек, где он говорит. Так, вот сейчас. Put the key Google API variable. Сюда. Прямо для нее. Проверим. Скобки уберу. Давайте. Мне наоборот прибавляйте его к этой строке. А userdata.get уберите. И все это внутри. А в скобках, да? Нет, нет, в скобках, в кавычках. Спасибо. Так, теперь по Python. Так. Скобки убрать лучше. Окей. Потом отработаем. Кто-то еще идет. Фигня. Аншлаг. Стефани. Вот. В принципе, кто поздно подключается, запись, вы можете потом посмотреть сначала. Ну, тут очень просто все. Тут все написано. Мы даже, в принципе, не обязательно это все читать. Все, она говорит, теперь, когда у нас есть API, мы можем, это как наш ID, его используя, там пользуются все сервисы этого Gemini API, она может создавать текст, там, видео, картинки и прочее. Здесь они, есть просто список этих моделей, у меня там Pro, Vision, есть для мобильной версии, она просто нам показывает, что по этой команде, что есть такие разные версии. Есть какие-то лимиты. Это просто идет подключение всех видов моделей для текста одно. Это кусочек демонстрирует, как работает модель. Вопрос там, именно здесь модель Gemini Pro, которая хорошо работает с текстом. What is the meaning of life? Что-то это. Где ответ? Вот спросили ответ. Было интересно что-нибудь спросить. Where is Исфара City? Город Исфара в Таджикистане. Да, Исфара из Таджикистана. Ну, вот здесь идет обращение напрямую in Astana tomorrow. On матч 01-2024. Он обращается к этой Generative API и получает ответ. Окей, он не знает погоду. Так, это если неправильный ответ, окей. Вот, в принципе, вот, это сегодня цель была сделать обзор. Затем мы в следующий раз, все-таки я вам рекомендую не спеша это почитать, потому что мы все это не проходили. Сейчас мы выберем одну какую-то из этих компонентов. И какую интересно, вот как сделать, какую интересно всей группе или какую интересно вам индивидуально. В принципе, можем даже индивидуально по, если человека запущу, можно индивидуально даже по там, какому-то направлению из этих доступных сделать под проект какой-то. Потому что всю до конца она не будет прям всем интересна, тут просто перечень возможностей этой системы. Вот можно из текста сделать картинки. Вот текст. Опять фрукты сделать. Можно менять пропт, там будут картинки рисовать. Есть аудио, есть чат-разговоры какие-то. Вот, в принципе. Ну вот, то есть рекомендация вот поэтому по записи, кто поздно начал, кто смотрел сначала, вот мы по сути прошли на сайт этой лапки нашей, вот GDG онлайн. Внизу тут есть
ссылка на эту работу лабораторную. Нажимаем Run in Collab. Он нас кидает туда, в Collab. Делаем скопировать ноутбук на диск. И уже под себя можем переименовать или можем оставить так. И по ней просто делаем. Я придумаю какой-то интересный use case к следующей неделе, чтобы мы могли что-то там сделать интереснее. Вот. В принципе, я думаю, на этом мы можем закончить, если на через неделю собраться, как вы почитаете, и можете написать какой-то мне use case, который вам интересно, или я просто сделаю общий, по нему сделаем мини-проект, и тоже даже можем это оценить как-то, хотите. Наверное, да, это будет. Давайте технические вопросы, если там не по оцениванию, а вот по самой этой коллабу, по Gemini API, если у вас будут, можем сейчас обсудить. Если нет, мы можем, в принципе, закончить. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Давайте на связи. Спасибо. Всего доброго. Goodbye, teacher. Goodbye. Всем до свидания.